Этот знаменательный день надолго запомнится 12 молодым сотрудникам Брестской таможни. Ведь на торжественной церемонии присяги словами клятвы перед самим собой, перед родиной, товарищами раз и навсегда они подтверждают свою готовность честно служить государству, безупречно исполнять служебные обязанности, защищать экономические интересы Республики Беларусь и ее граждан. Поступая на службу в таможенные органы Республики Беларусь, присягая на верность Республики Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Они уже сделали свой осознанный выбор в пользу почетной и ответственной профессии сотрудника таможни. Прошли серьезный отбор и полны желания высоко и достойно нести свое звание. В этот особенный момент и сами молодые сотрудники, и их родители испытывали особое чувство гордости и волнения. Сегодня очень важный и знаменательный для нас день, потому что присяга. Мы присягаем только один раз в нашей жизни, можно так сказать. Особенно для меня это важно, так как я молодой специалист, сразу пришла после университета, до этого нигде не работала, и сразу такая ответственность возлагается на наши плечи, потому что таможенные органы – это довольно-таки серьезные структуры. На нас ложится обязанность по защите экономической безопасности нашего государства, а также и мы обязаны обеспечивать защиту нашего народа, нашей Родины. Чувства, конечно, переполняют. У нас сегодня дочь приняла первую в своей жизни профессиональную присягу. Вот, я очень горжусь ею. С 7 класса она мечтала поступить в таможенные органы, поэтому ее цель сбылась. И я не только ей, хочу всем работникам таможенных органов пожелать счастья, здоровья, любви, успехов, трудолюбия, достойно беречь рубежи нашей Родины. И это очень важно, ведь по их делам и поступкам будут судить о таможенной системе всей страны. А достойным и высоким для подражания примером молодым сотрудникам послужат профессионалы своего дела, которые были награждены в этот день за добросовестное отношение и образцовое исполнение служебных обязанностей. Я ни на секунду не сомневался в выборе профессии на протяжении 4 лет. Ни разу не пожалел о том, что работаю. На данный момент мне нравится, я чувствую большую ответственность за ту работу, которую несу, потому что эта работа осуществляется на передних рубежах нашей страны. Всех присутствующих сердечно поздравил и начальник Брестской таможни. Ведь только благодаря самоотверженному труду ее сотрудников к 83-летию государственного органа удалось достигнуть высоких результатов. За эти годы таможня прошла действительно сложный путь развития и совершенствования. Менялись условия, менялись задачи, но неизменно всегда оставалось это служение долгу, преданность и профессионализм наших сотрудников. К своему 83-летию Брестская таможня действительно пришла к неплохим цифрам. За 10 месяцев в республиканский бюджет было перечислено свыше больше на 15% таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудники таможни и дальше будут честно и добросовестно охранять экономические рубежи Родины. А воспоминания об этом знаменательном дне придаст сил и уверенности каждому из них в решении поставленных задач.